Всем здорово, народ, с вами Мирокол, и я сегодня продолжаем играть в игру, которая Dead Space. Поехали. Да, этот звук до сих пор тут-то есть. Да. Так, да, мы здесь их не есть. Что-то за лайфган. Так, погнали. Новая территория. Так, здесь закрыто. Сори. Вот читайте внизу, все равно оно ничего дает. Так, идем вниз. В ту лабораторию спускаемся. Ой-ой-ой, руки какие-то. Ну, я их помню. Ну, это не особо сильные персонажи, эти руки. Так, идем еще ниже. Так. Что? Дети здесь синие компьютера. Здесь все оранжевые. О! Ух ты! Какая-то новая пушка. Плазма. Прикольно. Чу-чу. Ой, ну, она прикольная, но не сами как-то пила привычней. А это нельзя открыть? Здесь тоже ничего такого. Ну, я думаю, здесь синее, то можно нажимать. Да, вот все, здесь дверь посинела. Пойдемте. Плазма, а нельзя как-то пушку поменять? Да, мне как-то пила чуть привычнее стало. Что за... Ух ты! Ты кто такой? Хотя... Блин, у плазмы мало патрон. Показалось. Да, у плазмы как-то очень мало патрон. На районе... Гейтес. Чё за Гейтес? Ух ты ж, ё! Сейчас сзади зайдет, смотрите. А, не. Блин, спазмой она стреляет, пилу хотя бы управляешь. Я еще пилу при этом улучшал. Не, надо плазму теперь будет улучшать. Жестяк. Так, идем дальше. А куда идем? Можем ли... Блин, надо было в другую сторону идти. Слушай, они же по-другому вроде выглядели. Они более человечные, мне кажется. А может как-то пушку поменял? Нельзя? Жаль. Так. Здесь закрыто. Что-то тут нема. Он идет в эту сторону. Нет. Мне пофиг. Туда можно пойти. Это я тоже вроде только пришел. Ачивка. Так, пошел кота. Еще глянь, мне тут драться еще будет. Так, что это? Какая-то аппарата. Но это мне не интересно. Девушка. Отстань ты от меня. Первый день писал, вопрос. Так. Что надо? Пивнику, ложечка надо. И зачем я эти провода побрезал? Все. Это надо? Это не надо. Там мне хоть на полгода. Лёнь, а что не для себя? Пушку. Плазму. Это такая пушка? Да. Это хрень нахуй, нахуй. Это плазма. Это плазма, блядь. Боже мой. Ай, пиздите руки. На. Ногой. Правильно, я тоже ногой.
Так, а смысле здесь закрыто? А, тоже провода врезать. А здесь не надо? Я две вижу, хорошо, на всякий случай. Так, идем дальше. Идем дальше. Что-то тут написано. Вот два. А, типа, беги. Это что? Мне туда надо. Ну, погнали. Это что такое-то надо что-то здесь делать? Так, ой, такие ячейки вроде я могу разрушать, если не ошибаюсь, да. Так, это... А, я не хотел, сразу скажу. Так. Так, идем дальше. Пошли, пошли. Шагом, шагом. Идем сюда. А где хере? Never. Ладно, читать внизу. Может. А то я вот это только звук умею слышать. Вот там ящик, кстати. Нет, ящик мне просто нужен. О! Во! Видите, я искал уже нужен. Монетка. Да, плазму лучше улучшать. Дамаг мне нормальный. У меня только вот эта хрень. Количество патронов, да, не хватает. Идем, идем. А куда я пришел, кстати? Я просто по кругу проходил. А сейчас, в смысле, я тут уже все пошел. Вот есть выход. Здесь нельзя никуда пойти. А, вон двери вижу. Я вижу двери. Идем к ним. А если что-то вряд ли не пришел? Бля, это не надо с другой стороны заходить. Хренач, ты пушка еще. Уже хочу какую-нибудь тяжелую. Кинет это на какая физическая сила, чтобы эту пушку таскать. Еще в этой мини-броне. Это жестяк. Это же я не в заскоче. Большой, сильный. Так, туннель. Пойдем. Не, сюда нельзя. Я зубдовый, сейчас всякие монстры повылазят еще. Я бегу, кстати, по этому туннелю, только ощущение. Долго и нынче уходится по туннелям. Ух ты, ты кто такой? Беременная мамочка, хе-хе. Это монстр с ребенком. Жестяк, типа, я себе брюхо вспорол. Так, опять. О нет. Я не выходил даже на улицу. Снова. Нема, 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 нема. Мама, это уже не твои проблемы. Да, Макс? Да, обязательно. Макс! Я говорю обязательно. Макс, я тебе завтра дам 6 тем написать сочинение. Сколько? 6. Без интернета. Да ты шо, я чохнусь. Это 6 тем, вы чё, ёбнутые. На, в ноги. Вон и тут, кстати, я вижу одного. Бы мне вот так попасть. Да блин, он там ходит, а я попасть по нему не могу. Ну, еще куда-то чувку дали. Я тебя вижу, чувак, я не могу по тебе попасть. Вот ты собака, уклоняется или еще? Ну, я других, в принципе, не вижу, еще пока врагов. Он идет. У меня одна патрона. Молодец, толстенький. Не успела я уйти, он уже вышел. Хряк! Это знаешь, как называется? Работа... Как такого кота не любить? Ай,
пока жрут, срут и спят. Что такие зайцы? Тонкие мышку поймал. Там. Гнида! Гнида! Ты что ничего не делаешь? А тосеньки, да, там палкать. Не работает, Катя. Боже, вы чокнутая. Фула. Да я защищал, что чокнутая. Не, ну реально, блин, достали эти скамейки. Постоянно под ногами. За что гусала? Отойди, я воду себе хочу налить. Могла сказать, я не гусатый. Тебя надо гусать. Я ж воду. Кирпичом по коридору. Я почему по коридору? По коридору! Не коридору, а коридору. А ты же в коридоре кирпичи. И я. Разговаривать научись. Говори правильно, я не вижу, когда неправильно говорю. Я не знаю. Приятно познакомиться. Снова на районе Михалки Сиренки. А ты приползаешь. Боже, бедная мамка. Ой, боже. Ты жмых. Старый, да. Так он называется? Да. Вы абсолютно правы, Екатерина. Николаевна. Да. Вы абсолютно правы. Я просто сказал, как у нее. Ты меня слышал? Я тебе 6 сочинений сейчас напишу. Сейчас? Ну, хотя бы 2 сейчас. А может сейчас 3, а завтра 3? Сейчас тему возьмешь. Зачем так усложнять мою жизнь? Моя а с мысли мне дома. Полторы недели осталось до сочинения. Иногда ты думаешь, что твоя жизнь короче чьей-то любой. Вася. Сейчас иду. Моё очко уже болит. Что ты меришь? Еще один. Там мне серьезно очко болит. Макс. Не, я надавил его. Уже сопли получше. Какой получше? Мне до сих пор нос болит. Ты там мочишь меня. Носки не снимаешь. Потом я буду купаться. Ну я там. Носки не снимаешь. Так, народ, подождите минутки, ноги буду мыть. Ты. Что мне делать? Все, иди. Куда ты сама сказала, буду нырять? Снова на районе Киселевная. Литые души судьбы. Так. Где хочу? А, так как они вот меня. А так эти будут? Да нет. И это примерно. О, босс. Класс, босс. Офигеть. В смысле, подожди, какой еще босс? Я не был готов к этому. Беги, придурок. Беги. Почему такой жесткий? Бьет. Эй, лови. Все, он меня убил.
Это нереально такую громаду убить. Я даже не знаю, как его убивать. Ну, выходи. Сразу применю эту штуку. Я дверь вешу. А она закрывается когда? На. Я не могу быстрее бежать, честно. О, я знаю, вот так что ли. Я мог всякие сферы кидать. Вот так его лучше делать. На, ноги. Да, у меня же не поточ. Все, лошара, а не босс. Я там мол, я просто лошара, это, его просто по кругу пробежать. Легко. Сейчас снимаю. Окей, сейчас снимаю, так сейчас снимаю. Сколько здесь вообще этих частей? Ух ты, ё. Не понял. Иди ноги мой. Ты написал? Я сейчас говорю. А вы покупали сеть? Да. Максим вообще там нырял. Максим нырял? Да. А вот как, подожди, прыгать? Это ему. Я дала, он не хочет писать. Да сейчас я сказала, напишу, боже. Мам, ты как папа. О, есть, это же мне нравится. Это как папа. А куда и папа без папы? Я папа. Зачем вот так телефон трустить? Что? Не хотят. Как и прыгать. Понятно, что ты тоже не имею, да, мам? Боже, и папа, не будь как... Как прыгать? Что-то я не понял. Подожди. О. А как прыгать? Что-то я не понимаю. Кто тебя пидал, таких мистер сей? Ну не, когда ты все робишь, все мешай его видеть. Благородный, какой жизненный мой все, вот так благородный. Друзья, иди нахуй. О, вот так и ответишь, иди нахуй. Кто я, значит, не, блядь, пошли, блядь. Все, а он один нахуй.
Ну, курва, ёбаная. Помощь. Контроль. Что это за тёлки, блядь, пишли стали? Блин, всё на английском. Шаболды. Бедная мамка. Я не понимаю, как прыгать. Ладно.